Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Представьтесь. Да, здравствуйте. Меня зовут Артаваст. Врач-пародонтолог. Лектор. Просто хороший человек. Просто хороший человек. Спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие в нашем мероприятии. Спасибо вам за вашу лекцию. Мы хотели бы услышать от вас пару слов об аудитории, о мероприятии, как вам, все ли понравилось. Вам большое спасибо, что вы здесь. Аудитория прекрасная. И первая аудитория, и вторая аудитория. Слушатели достаточно высокого образования. С ними интересно, очень много интересных вопросов. Достаточно высокий профессиональный уровень. Все очень хорошо организовано. Всего достаточно, всего хватает. Поэтому все пока хорошо. Вы довольны? Я очень доволен. Это для нас самое главное, самое важное. Нет, я очень доволен, все молодцы. И Алексей Шаров, и Галина Борисовна, и Мария Носова, и девочки, которые помогают. Все, в принципе, очень хорошо, все на месте. Поэтому остается только работать. Это самое главное. То есть, если вас в следующий раз пригласят, вы с радостью примете участие? Мы подумаем. Ладно, спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи и сил, терпения до конца сегодняшнего дня, потому что вам еще предстоит. Да, мы сейчас пойдем на обед. Да, подкрепимся, наберемся силами и будем продолжать. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Если там, я иногда делаю, даже с одного, с конца захожу до другого